Ребята, всем здорово, доброго времени суток. Купил я махорочку. Ну, так написано, что махорка. Хотя написано, что это лист табачный. Чем там махорка от табака отличается? Махорка меньше, ну, высотой, и светет цветок другим светом. Ну и вроде как в махорке больше никотина. Вроде как. Ну вот что я знаю, какие различия между махоркой и табаком. И давайте разберемся сейчас. С махорочкой вот с этой, которая типа для сельхоз целей. Купил я вот этих 4 разных пакетика. Купил я их в табачных ларьках. То есть там, где продаются сигареты, там, где продаются всякие электронные вот эти вот пыхалки, курыкалки. Вот в этих ларёчках. Кисет махорки. Вот ценник даже есть, вот 60 рублей. Вес 50 грамм. Кисет махорки. Как раньше. Уже началось, да, как бы. Как раньше. Ну, как раньше для сельхозцелей, что ли, или что? Так, сбоку у нас кисет махорки. Сбоку у нас такого ничего нету. Ну, тут так, что это, кто изготовил, хранить в темном сухом, избегать попадания внутрь, для в темном доступном месте для детей. Ну, указано на упаковке. Влажность 13%. Ну, тут нам особо эта пачка ничего не говорит. Ладно, давайте дальше. Так, вот это более интересно, перейдем. Ценник 50 рублей. Элитная махорка. Элитная. И сидит мужик, курит трубку. Ну, друзья, это, ну... Это как бы уже, да, говорит все за себя, то есть засыпайте и курите. Только она дешевле такого табака в разы прям дешевле, потому что нету акцизки, поэтому она дешевле, поэтому написано, что она для сельхоз как бы целей. Но я, может, как бы это, думаю, может, кто-то ее использует. В сельхоз целях. Ну, думаю, используют ее в основном вот так вот, как вот этот вот дедушка на вот этой вот упаковке. Вот тут видны фракции. Фракции. Махорочка какая. Так, ладно, отвлеклись маленько. Элитная махорка. И дальше опять два сорта. Если она используется для сельхозцелей, зачем два сорта? Какая разница там, как бы, там этим жучкам, паучкам, тле там или от чего там она идет, какая ей разница с... Какая там она махорка, я не думаю, что там тля такая. О, блин, два сорта, круто. Там как бы без разницы. Вес 40 грамм. Сделано в России. По стандартам СССР.
И опять же тут написано, то ли это название фирмы, то ли это что, то ли название бренда. Трубка мира. Трубка мира, вот опять у них. Почта ихняя. Трубка мира. Номер партии, дата производства. Ладно, сильно заострять внимание тоже. Ролик долгий будет. Тут вообще просто махорка прима. Махорка прима. Состав. Кстати, тут она идет без соусов, без всякой химии, без добавлений каких-то красителей. Идет чистый продукт. И написано, кстати, что это идет, как бы написано название махорка, но написано, что это табачный лист. Ну, почему так написано? Я не знаю, кто знает, но объясните. Просто, ну, просто опять же написано, это может для того, что это она применяется для сельхозцелей, написано махорка. А внутри табачный лист просто нарубленный там на это нарезанный. Состав. Отсев табачного листа. Вот, пожалуйста. Не содержит химических добавок, консервантов и ароматизаторов. Одно название просто. Прима. Для сельхозцелей. Иди прима купи. Для сельхозцелей. Сейчас я в огороде там. Махорка. Это самое дешевое. 42. Курбаса. Ну, тут и 20 у нас. 25 грамм. Сделано в России, ну тут тоже такого особого у нас нового ничего нету. Не содержит соусов, ароматизаторов, консервантов. Вот так вот просто без лицензии. Я, конечно, не говорю, что надо бежать ее покупать и курить. Но я думаю, попробовать можно, ничего из этого страшного не будет. Сейчас я вот такую вот пачечку распечатал. Пересыпал вот в эту баночку. Вот она у меня. Махорочка-табак. Или табак-махорочка, я не знаю, как ее называть, потому что написано махорка, читаешь состав лист табака. Может, я что-то не догоняю. Короче, вот так вот пыхаю я ее. Хороший табак, душистый, хороший, не сильно крепенький. Курица хорошо. Одно плохо, что, ну, фракции мелкие. То есть вот так вот. И как бы, ну, можно, ну, как бы, вот мне, для меня особой разницы нету, как бы, вот так вот. А если еще учитывать по ценнику, что такая пачка стоит от 400, там, и до, там, не знаю, ну, я покупаю 400, там, 600-700 рублей, вот эта вот пачечка табака. И вот эта вот пачечка, она стоит 50 рублей. Вот это вот стоит 60 рублей. Вот это вот опять 60 рублей. Разница, конечно, колоссальная. Я думаю, если на эту пачку сделать лицензию, то она будет стоить 300 рублей, а не 50 рублей и не 60 рублей. Короче, вот так, друзья мои. Кто еще не пробовал, спрашивайте. Спрашивайте в киосках.
где продают сигареты, спрашивают тимохорочку. Я даже, ну, когда покупал в одном ларьке, спросил продавца, знает ли она про эту что. То есть нету лицензии, и поэтому она такая дешевая. Продавец, ну, сама как бы удивилась. Она даже не знала, что она используется для сельхозцелей. Она думала, ну, что ее, то есть, или самокрутку делают, ну, или курят, засыпают, то есть, в трубку и курят. Когда я ей показал, ну, что написано для сельхозцелей, она, то есть, ну, удивилась. Потому что уже, как бы, я не думаю, что там кто-то подошел и сказал, дайте мне там эту махорочку для сельхозцелей. Как бы. Ну, все, как бы, это уже по времени. Тут уже и так на 11 минут напиздел. Ладно, ребята. Всем пока. Идите за махоркой. Шучу. Я никому не советую вообще курить. Это все вредно влияет на организм. Ну, как говорится, жить вредно. От этого умирают.